Привет, друзья! Вот показываю вам опять фестиваль наш на Isle of Wight. Я все-таки, вы знаете, купила билет, и мы приехали сюда со своими друзьями. Вот я вам показываю, это наша такая палатка чудесная, замечательная. Вот кемпинг у нас, видите, там и матрас. И она даже у нас вот двухкомнатная. Палатка двухкомнатная. КСС. Вот. Там спим, здесь кидим. Ну, в общем, знаете, сейчас это не проблема. Все эти палатки. Вот посмотрите, сколько здесь их много, этих палаток. Кемпинг этот. Вот. Очередной фестиваль в нескольких местах. Второй день. Вот сегодня суббота. Я купила себе билет только на один день. Вот мои друзья здесь уже ночевали вчера. И сегодня будем смотреть, музыку слушать и смотреть вокруг. Но сейчас вам покажу все-таки, как выглядит этот фестиваль. Билет стоит 35 фунтов на один день или 100 фунтов за 3 дня. Вот. Сказать-то вам по правде, делать-то тут 3 дня, по мне, так вот абсолютно нечего. Ну, кому как. Вы знаете, вот они, так я смотрю, англичане, они настолько неприхотливые, друзья, вы не поверите. Это вот-вот приезжают, вот ставят эти все палатки. Вот для того, чтобы поставить палатки на вот этой огражденной территории, так называется, просто газон, как вы видите, да, трава. Вот, для того, чтобы эти палатки приехать поставить, там парковка, конечно, потом все тащатся с этими тележками сюда, с едой, со всеми напитками, ставят эти палатки, и за это, значит, вот платят 100 фунтов. Хотя у нас, по-моему, пожалуйста, тебе под каждым кустом и стол, и дом. И они абсолютно не парятся, им весело, им интересно, они тусуются здесь целый день. Просто спят в этих палатках, гуляют. Здесь барбекю нельзя, костров нельзя. Каждый, значит, вот как может. Вот это все такой огромный, этот все палаточный городок, как вы видите, все, кто во что гораст. Сейчас у нас уже сансет, как вы видите, закат. Времени 7:30 вечера. Я вам жару не стала показывать, ну, потому что очень жарко, даже не хотелось мне. Сейчас пройдем туда подальше, еще вам покажу тут в нескольких местах вот музыка, сцены. Вот если слышите, если видите, всего лишь навсего вот так украшена центральная площадь. Вот сейчас я иду по направлению к сцене главной, в которой начнется музыка. Но это, конечно, будет все вечером, основная музыка вечером, друзья. И поэтому я вам показываю сейчас, пока еще не стемнело. Да я и не думаю, что какие-то местные ансамбли тут, музыкальные вот эти джаз-банды, вас могут заинтересовать. Поэтому, ну, просто живая музыка. Просто, чтобы вы имели представление, что такое фестиваль на острове Isle of Wight. Вот так. Снимаю опять панорамку вам. Как я уже сказала, специально для вас. Я заплатила 35 фунтов, чтобы сюда попасть. И вам это все снять. Потому что, когда был фестиваль до этого, я решила, что 70 фунтов он стоил. Нет смысла платить. И, по-моему, я была права. Ну вот сейчас будете сами судить. Палатки не прекращаются. На любой вкус и цвет. Посмотрите. И музыка, по-моему, уже слышна. А вот смотрите, какая юрточка симпатичная. Вот музыка все громче, флаги все ближе. Если вам видно, вот так вот все украшено красиво. Вечером зажгутся здесь лампы. Это вот вход, видите, тут очень все серьезно. Сейчас меня security будут проверять, чтоб ничего бомбу не пронесла.
Вот, минуя секьюрити, я прошла уже на эту основную танцевальную территорию. Как вы видите, здесь уже только развлекательные всякие мероприятия. Здесь уже никакого кемпинга вы не увидите. Вот здесь сам фестиваль. Вот такая неописуемая красота. Ну, это здесь, наверное, как обычно, как везде. Видите, поприехали, чем-то торгуют люди. Вот какие-то макраме плетеные. Какие-то корзинки. Вот здесь даже йога. Вот масса кафешек всяких. Видите, сейчас к вечеру холодает. Была жара. Погода здесь у нас такая. Пока солнце, жарко. Солнце скрылось, сразу надо куртки надевать. Холодно, ветер холодный. Вот такая в Англии погода. А вот смотрите, впереди что у нас? Качели, карусели, если вам видно, видите? Вон они там на горизонте. И вот такие вот колоритные, если вам видно, персонажи. Вы знаете, как уже я вам тоже рассказывала, они здесь, конечно, англичане, специфический народ. Абсолютно все без комплексов. Видели бы вы, в чем они днем ходили, что только они на себя не пялили. И какие-то ленты, и какие-то индийские наряды, и какие-то блестки. И какие-то шаровары огромные. И кто во что горазд. И хиппи опять появились. Вы знаете, вот кто, может быть, помнит нашу молодость. Хиппи у нас были. Вот идем дальше, показываю вам. Пока еще не совсем стемнело, друзья. Вот здесь, видите, тоже распродажа всякая. Всякое барахло. Сейчас мы идем к сцене ближе. Уже, друзья, темнеет так быстро. Ой-ой-ой. Так, вот еще один вход. Видите, такой живописный, красивый, на удивление. И опять секьюрити. Ну, у нас браслетики на руках. Поэтому нас так пропустят. Вообще не пройдешь. Вот так. Все это красиво. А это, по-моему, какая-то детская, да? Площадка. Сейчас посмотрим, что здесь. Какое-то специфическое. А здесь, наверное, аттракционы все-таки какие-то, да? Да, похоже, что это аттракционы для детей, друзья. Мы шли к этой сцене, но здесь у них, вы знаете, 5 минут музыка играет и 20 минут перерыв. Опять вам панорамку показываю. Против солнца не уверена. Ну, вы знаете, все так красочно вообще-то. Веселенько, так скажем, да? Вот она, паб «Черный ворон». Вот мы практически подошли уже к основной сцене. Вот она там вдалеке светится, видите? Народ начинает собираться. Сейчас начинается самая музыка. Начинается самая музыка с 8 часов и практически до 12. Здесь все это будет греметь, шуметь, греметь, играть. Вот, так как я на один день сегодня только купила билет, мне надо возвращаться домой. Поэтому я надолго здесь засиживаться не буду. Ну вот сейчас посмотрю, как это будет все выглядеть. Сейчас поближе еще подойду, подведу вас к сцене. А народ, видите, вот непритязательный очень. Вот, пожалуйста, разбили поляну. Прямо тут вам. Вот недаром говорят, что, вы знаете, англичане, они как дети. Они какие-то настолько незатейливые, настолько такие вот, иногда, конечно, бывает,
Вообще, как-то трудно даже их характеризовать порой. Я просто вам хочу атмосферу этого фестиваля показать, друзья, чтобы вы имели представление. Немножко, хотя бы немножко, что это такое. Вот видите, в основном молодежь. Молодежь, конечно, пиво, танцы, мансы. И в то же время рядом, вот, пожалуйста, бабулечки, посмотрите. То есть и старый млад, и дети. Всех возрастов люди. Продолжаю показывать дальше балдеж этот весь, пожалуйста, вам. Вот я не знаю, но вот у нас так на фестивале люди так себя ведут, что в этом, в таком одеты, как здесь. Вот посмотрите просто, друзья. Как говорится, придешь на фестиваль, нарядишь все лучшее. И посмотрите, в чем ходят люди. Я хочу, чтобы вы насладились этим зрелищем по полной программе. Вот кто-то даже умудрился палатку поставить прямо в центре. Вот. Они ждут вот эту группу. Во что одеты англичане на фестивале? Ну вот, все ближе и ближе я к сцене. Вот такой балдеж. Не хочу кричать. Музыку не перекричишь. А мне почему-то кажется, что вам будет интереснее слушать музыку и смотреть на англичан. Как они выглядят? Отличаются ли они от наших людей? Посмотрите, друзья. Как вы думаете? Let it flow now, mama. You gotta sing that. Ready, go. One, two. Let it flow now, mama. That's not actually too bad. Maybe we should send all the black people home. What do you think, Dee? Yeah, come on, back to Brixton or whatever. I'm gonna teach you the second bit. Let it flow, become a woman. See if you can do this bit. Let it flow, become a woman. Okay, okay, it was a вот как-то bit так. Methodist, but not bad. Вот как-то так. Bit steery. Вот такая музыка будет сегодня длиться до 12 ночи. Сейчас у нас половина девятого, друзья. Here we go. Here we go. Now, ready? Yeah.
Вот такой, друзья, фестиваль у нас на Isle of Wight. Я просто сняла вам коротенечко, пока еще светло, чтобы вы имели представление, как все это происходит. Но это, я говорю, еще совершенно он не крутой, этот фестиваль, совсем такой маленький, скудный. Ну вот так, люди веселятся, как могут. Ну вот мы нашли место, потому что стоять не хочется. Я думаю, вы поняли, я не буду вам снимать эту музыку жуткую, а оглушать вас. Все, друзья, увидимся, всего доброго. А я пошла слушать музыку, плясать и наслаждаться на свои 35 фунтов. Такая музыка у нас.